Рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам Сергей Агаджанян готовится установить очередной рекорд. На открытой тренировке, которую люберчанин провел на территории автотранспортного предприятия, побывал Богдан Колесников. Атлет международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира» к новому рекорду готовится полгода. Чтобы добиться поставленной цели – отбуксировать военную технику, регулярных тренировок в спортзале недостаточно. Русский «Халк» сдвинул автобус малого класса, одновременно надувая до разрыва медицинские грелки. Я в шоке, вот даже, как видите, дар речи теряю. Вес данного автомобиля 3,5 тонны. Плюс там сидели 2 человека, это еще больше. И просто человек легко с места снял автомобиль, потащил за собой и еще в итоге надувал грелки, чтобы они лопнули. Это удивительно просто. Сильнейший человек. Нет, эмоции зашкаливают. Дистанция 50 метров и 3 разорванные грелки позади. Сергей Агаджанян номер усложняет. Теперь ему предстоит справиться с 10-тонным автобусом, усложняя номер все тем же элементом – надуванием грелок. Нам очень понравилось. Это замечательно, просто поразительно. Мы не видели таких рекордов. Завершилась тренировка показательным выступлением по сценическому экстриму. Сергей Агаджанян сломал на весу 3 стальных стержня длиной 25 сантиметров, скрутил в трубочку алюминиевую походную миску и надул до разрыва еще 2 грелки. Тренировка прошла по-богатырски, по-люберецки. Все хорошо, выполнил полный объем тренировки, уложился в отведенное время. Грелки, которыми я добавляю свои буксировки, конечно, усложняют любой номер, они сбивают дыхание, трудно восстановиться, плюс ландшафт неровный, не идеальный. Каждую кочку, ямку чувствуешь, особенно с крупногабаритной техникой. Приходится перемещаться по-разному, подбирать шаг и сбивать дыхание. Летом русский «Халк» готовится поставить очередной рекорд. В Донецкой Народной Республике силач отбуксирует двухосный грузовик «Урал» весом более 7 тонн на максимально возможную дистанцию. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.